женщина с крючкой. Чудесная песня.
Послушайте сказку. Жила-была мама-курочка, и было у нее 5 маленьких цыпляток.
4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, Владик, на одну кусочку. Где же мои цыплятки? Мы им столько много гусеничек набрали. Эй, цыплятки! Thank you.
Ребятки, а посмотрите, что еще подарили наши цыплятки маме. Кто это такой? Вот какой большой красивый лис. А давайте мы поиграем. Давай. Друг, который называется «Лиса по лесу ходила». Давайте. Давай. Встаем, кружочек. Быстро, 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 быстро. Peace out.
Слушай, говори с ним. Вы, детишки, бегите по поточке от берега. Давайте посчитаем. А теперь мы нашим мамам подарим стихи. Быстрее, 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 быст
Пойдемте.
Вставайте. Так, вставайте. А я не знаю. Не будешь, ты не будешь помогать. Еще Thank you.
Никита, подождите, там холодно раздетым стоит.